Футбольные болельщики в ожидании решающего для России матча с Черногорией. До него остаются считанные часы. От этой игры зависит путевка на чемпионат Европы 2016. Попадем ли мы туда напрямую или придется играть в стыковые матчи? Соперники уже упустили свой шанс попасть в финальную часть турнира. Нашей же команде сегодня достаточно сыграть в ничью. Но футболисты настроены только на победу. В группе G российская сборная на втором месте с 17 очками. Впереди только австрийцы, у них 25. После возвращения из Кишинева, где подопечный Леонида Слуцкого держали верх над командой Молдавии. Был всего один день, чтобы восстановить силы. Но сейчас тренировки и детальный разбор игры соперника. Разбор будет сделан на последней их игре, потому что нет смысла анализировать матчи, которые были до этого, когда они сыграли буквально позавчера очень тяжелый, напряженный матч с австрийцами. Итак, сегодня прямую трансляцию смотрите на Первом канале. Отборочный матч чемпионата Европы 2016. Россия-Черногория. В 7 часов вечера. Болеем за наших.